Они все друзья. У меня почему-то никогда не было такого, чтобы собака схватила кошку или там кошка боялась. У меня скорее кошки будут гонять собак. Вот. И корон нет. Они все вот там конь подойдет, понюхает этого кота. Он никогда на него не наступит, он никогда его не укусит, ничего. Я ее выбрала за молоко, потому что у этой породы коров у них молоко очень плотное, из него получается, вот, ну, как бы, это выходцы из Швейцарии. Вот швейцарские сыры знаменитые делают из этого молока. Оно очень плотное, и вот если, допустим, на килограмм творога от обычной коровы нужно 10 литров молока, от этой, ну, 6. У меня каждый день расписан, кому-то я везу молоко, кому-то творог, кому-то сметану, вот, все я это делаю, и вот понемножку. Ну, корова, в общем, если честно сказать, она мне дает дохода больше, чем зарплата. Мне это нравится. То есть и себе остается, и людей это. Ну, ты смотришь на пустую мисочку. Давай, работай. Вот сейчас это квитанции за свет и за мусор. Вот. Их надо подобрать по улицам и по ходу участка, потому что наобум их, конечно, не вытащишь и не дашь человеку. А так, чтобы было проще. Я говорю, деревни полностью пустые. Вот там в Боброве никого нету, в Ужанях никого нету. Ну и какого? Вот квитанции на них. Кто там платить им будет, мыши? Ну, расписание какое? Я утром встаю, все, вот встала, я пошла сразу, убрала хлевы. Положила животным, накормила. Я пошла, вымыла корову, подоила. Так, подоила, я пошла, накосила, им положила. Все, у меня время свободное для себя. Там что-то сделала в доме, что-то подобрала по работе до времени. Потом, значит, вот я их вывела, они у меня попаслись свободно. Загнала домой, поехала на работу. Приезжаю на работе, значит, время вот я делаю свой обход, сколько, как правило, ну, к 2 часам я стараюсь попасть домой, что вот 2, 2:30 это у меня приборка животных. Если я не успеваю, ну, 30 минут терпимо. Если что, я бросаю работу, я еду, я их прибираю и возвращаюсь опять, доделываю туда. Вы как-то отражаете, не знаю, температуру среднюю по палате, о чем люди раньше говорили, о чем сейчас говорят, как-то, может, изменились там темы бесед, настроение, люди сами? Люди, я бы не сказала, что сильно изменились, но разговоры сейчас, они очень вот много говорят о вот этой спецоперации, очень много говорят о дороговизне жизни, что вот раньше можно было что-то купить, теперь вот на эти деньги это не получается. Раньше были как-то попроще, вот заходишь там, вот ты слышала, Манька там разошлась с тем, Ванька пошел туда, вот как-то было так, попроще. А вот сейчас они вот про это, что ой, как все дорого, ой, как вот лекарства, аптека, все, вот это вот идет, что тяжелее жизнь стала, и люди стали больше этому уделять времени. Сколько вам еще до пенсии, Свет? Ой, 8 лет. 52 будет в декабре. Ну вот 8 лет еще. А должны были вы, по идее, выйти? Ну, через 3 года. 55. Вас еще хватит на 8 лет работы? Не уверена. Потому что ноги уже сдали. Ноги уже никакие. То есть, ну, каждый день вот этот километраж, вот это вот напряг. И, то есть колени уже рушатся, колени уже артритные, артрозные, уже надо лечить. Медикаменты, ну вот выписали лекарство, я его физически не могу купить, потому что у меня нет таких денег. Мне надо за упаковку 20 таблеток отдать 3 200.